тазик и капут. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это аэропорт. А это Лея. У нее в кузове маленький розовый чемоданчик. Лея собралась в путешествие. Роботы тоже приготовили чемоданы. Что делает синий робот? Он хочет запрыгнуть в самолет? Бабах! Не получилось. Привет! Что вы делаете? Роботы показывают Лее, что хотят попасть в самолет и улететь. Ты ныряешь? Нет, ты птица! Кажется, Лея их не понимает. Большая птица! Фламинго! Привет! Они хотят в самолет! Правильно, Лёва! Правильно! А чтобы попасть в самолет, нужен трап. Начинаем сборку! Лёва выгружает детали из кузова. Сначала соединим зеленые детали – шасси и кабину. Поставим на место колеса. Фиолетовые крылья. Фары, бампер, опоры. Это трап, по которому поедут роботы и машинки. Сиденья, руль и двери. Готово! Смотри, как робот рад! Будешь водителем? Трап подъехал к самолету, опустил опоры. Роботы берут чемоданы и спешат в самолет. Проблемка. Роботы, спускайтесь. Почему трап начал качаться? Не хватает одной опоры. Где она может быть? Но в кузове пусто. Поедем к грузику. У погрузчика грузика есть свой магазин. В нем наверняка найдется опора для трапа. Грузик, ты где? Привет. Давайте за мной. Грузик нашел у себя в магазине целых три опоры. Выбирайте. Это слишком длинная. Это маленькая. А это подойдет. Отлично. Спасибо, грузик. Ты кое-что забыл.
О! Лявина кепка. Роботы устали ждать. Хорошо, что Лёва уже едет. Пора поставить опору на место. Вот так. Теперь трап не будет шататься. Лея уже в самолете. Но роботы все равно боятся. Не бойтесь! Пока! Трап отъезжает, дверь закрывается. Самолет заводит двигатели. Лёва, Лея и роботы отправляются в путешествие. Самолет разгоняется и взлетает. Хорошего полета! Ой, чемоданы! Так и знал, что-нибудь они забудут. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Привет, Капу! Пасмурная погода сегодня, правда? И ветер. Ой. Смотри, сколько листьев. Доброе утро, Капу! Ты готов? Доброе. Ладно, поехали. Только бы дождь не пошел. Сегодня у машинок пикник. Вот. Печенье. Лее понравится. Как много листьев нападало на самолет. Роботы никак не могут их убрать. Ой, робот упал в кучу из листьев. Привет, вы готовы ехать? Ай, мы заняты. Очень много листьев. А самолет должен быть чистым. Можно спрятать самолет в ангар. Этот ангар очень старый и ржавый. Ого! Я не знала, что у нас есть ангар. Эх! А давайте его раскрасим! Да я один справлюсь. Ой! Я, пожалуй, останусь помочь. Давайте так. Капу и Лея чинят ангар, а мы за самолетом. Синий робот заезжает в самолет. Он будет пилотом. Двигатели заводятся, и роботов уносит ветром. Выключай! Разве так передвигают самолеты? Нет. Чтобы подвинуть самолет, нужен аэродромный тягач. Правильно, Лёва. Выгружай скорее детали. Будем его собирать. Это шасси, колеса, колеса.
кабина, двери, проблесковый маячок, сиденье для водителя, руль, фары и захват для колеса самолета. Синий робот сел за руль тягача. Он собирается передвинуть самолет. Ой, мы забыли ветровое стекло. Стой! Я, кажется, видел детали в ангаре. Посмотрим? Я сказала оранжевым. Он лучше подходит. Нет, синим. Тогда я буду красить без тебя. Отдай краску. Нет. Что у вас случилось? Да он вообще... Аллея краской брызгается. Она хочет покрасить ворота в оранжевый. Да? А ты? А я в синий. Оранжевый подойдет больше. А вообще, может быть, в два цвета покрасим? Извини, Капу. Хорошо. Вот детали. Точно, нам нужно ветровое стекло. Это оно, Лёва? А это? А это что? Стекло! Спасибо, Грузик! Лёва везет стекло к тягачу. Ой, дождик начинается. Надо торопиться. Роботы стоят под зонтиком. Синий робот что-то заметил. Это Лёва с Грузиком везут стекло. Аэродромный тягач готов к работе. Цепляем самолет за колесо и везем его в ангар. Отлично! Самолет в ангаре. Надо переждать дождь и поесть. Печенье? Да! Смотри, радуга! Дождь заканчивается. Вот и пикник. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать, колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это аэропорт. Грузовичок Лёва и его друзья ждут самолет. Но еще есть время поиграть. Роботы бегают друг за другом. Они играют в догонялки. Рейс номер 1, 2, 3 задерживается. А что происходит на летном поле? Бензовоз заправляет самолет топливом. Наверное, скоро полетим. Роботам скучно ждать. Они рисуют на замерзшем стекле смешные рожицы. Аккуратнее, робот. Места хватит всем. Синий робот нашел мяч.
Ба-бах! Эй! Ой, поймал! Роботы, в аэропорту нельзя играть в футбол. Вы чуть чашки не разбили! Еще и ябедничаете! Ой, какие роботы грустные! Им очень скучно ждать, пока самолет будет готов к вылету. Чем бы заняться? О, фиолетовый робот нашел машинку. Поиграйте в нее. Обрадовались? Рейс номер 1, 2, 3 отменяется. Это же наш рейс! И мы никуда не летим. Странно, снег закончился. Сейчас проверим. Хорошая идея, Капу. Самолет на месте, но он весь во льду и сосульках. Робот пытается сбить сосульку шваброй. Нет, так мы никуда не улетим. Не расстраивайтесь. Капу машет ковшом. Они с Левой что-то придумали. Это же детали новой машины. Антиобледенительной. Антиобледенительной? Интересно. Шасси. Оранжевая платформа. Кабина. Колеса. Сзади фонари. Впереди фары. Проблесковый маячок. Панель управления. Пушка, из которой будет литься противообледенительная жидкость. Красный робот садится за руль. А синий будет управлять пушкой и поливать самолет. Роботам очень хочется поскорее смыть с самолета весь лед и сосульки. Но мы не успели залить в машину жидкость. Стойте! Все на поиски! Роботы везут горячий чай. Они думают, что его можно залить в антиобледенительную машину. Капу решил залить в машину лимонад? А Грузик точно знает, что нужно. В этой канистре специальная жидкость. Если полить ею крыло самолета, никакой лед и сосульки не будут ему страшны. Это не подойдет. Ну и ладно. Ура! Лёва очень обрадовался, что Грузик привез противообледенительную жидкость. Роботы, за работу! Пушка работает. Можно начинать обработку. Включай! Смотри, крыло самолета становится чистым.
У роботов все получается. Ни одной сосульки на самолете не осталось. Рейс 1, 2, 3 готов к полету. Пассажиры, проходите на посадку. Машинки поднимаются по трапу. Заработали двигатели. Самолет взлетел. До свидания, самолет! Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это аэропорт. Красный самолет, разрешаю посадку. Лея работает диспетчером. Она говорит самолетам, когда можно садиться, а когда взлетать. Красный самолет паркуется. А что происходит в здании аэропорта? Посмотрим. Лёва и Грузик собирают багажную ленту. Это последняя деталь. Грузик, запускай. Погрузчик Грузик нажимает на кнопку. Багажная лента движется. Где же багаж? Странно. Поехали посмотрим. Самолет давно приземлился. Пассажиры вышли. Роботы разгружают багаж. Почему так медленно? Быстрее, пожалуйста! Красный робот бросает чемоданы вниз. Остальные их ловят. Ловко! Ничего себе! Целая гора чемоданов! Ой! Поймал! Чемоданов в самолете не осталось. Привет! Помощь не нужна? Привет! А мы уже все разгрузили. Роботы, похоже, очень устали. Привет! А как вы эту гору багажа в аэропорт понесете? Мы... роботы! Давайте соберем машину. Да! Для перевозки багажа! Лея и Лёва одновременно придумали, что делать. Соединим все детали. Корпус. Мотор. Колеса. Два с одной стороны. И два с другой. Всего четыре. Кабина. Сиденье для водителя.
Панель управления с разноцветными кнопочками. Педали. Руль. Двери. Что это? Решетка радиатора. Фары. Проблесковый маячок. Крепление для тележек. Ветровое стекло. Машина готова. Багаж в тягач не загружает. Подождите! Нам нужны тележки. Да, тележки! Поехали! Машинки приехали в ангар выбирать тележки для багажа. Трактор с прицепом? Нет. Тачка? Нет, это не для багажа. А роботам нравится? Вот правильные тележки. Поехали! Капу прикрепляет тележки к машине. Готово! Роботы вместе с грузиком Капу и Левой загружают чемоданы в тележки. Как ровно они стоят! Молодцы! Грузик привез зеленый чемодан. Капу берет оранжевый. А сколько чемоданов в кузове у Левы? Можно ехать. Весь багаж в тележках. Спасибо! Не за что. Вместе мы быстро справились. Внимание! Начинается выдача багажа! А вот и чемоданы. У машинок, как всегда, все получилось. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это дом роботов. Привет! Ой! Робот, ты не ушибся? Ха, кажется, не ушибся. Красный робот сегодня очень спешит. Он собирает чемодан. Готово! Роботы, поторапливайтесь! Пора ехать! Едем в горы, в горы, в горы. Нам отдыхать давно пора. Осталось посмотреть погоду. Снег и мороз. Ура! И чемодан. Пора в дорогу. Снег и мороз. Ура, ура! Нет, не нужно брать холодильник. Быстрее, роботы! Наш самолет уже прилетел. Закрываем последний чемодан. Багаж кладем в машину. Поехали! А вот и самолет.
Он ждет роботов. Нет, от самолета отъезжает трап. Значит, посадка окончена. Красный самолет, взлет разрешаю. Роботы приехали слишком поздно. Самолет не догнать. Да, Лея, эти пассажиры опоздали на рейс. Опоздали? Они слишком долго собирали чемоданы. Ничего страшного. Полетите на следующем самолете. Ждать самолета на улице очень холодно и скучно. Вот бы у нас было здание аэропорта. Привет! Мы привезли детали. Хе-хей! Фундамент готов! Бррр! Роботы сильно замерзли. Роботы! Помогайте нам! Ура! Скоро у машинок будет большой и теплый аэропорт. Вот детали. Ха. Робот, поднимай. Башенный кран устанавливает стены. Бам, бам, бам. Установим окна. Большая арка. Здесь будет вход в аэропорт. А здесь кафе и столики. Стулья. Табло с часами. И крыша. Робот опускает последнюю деталь. Аэропорт готов. Машинки, заезжайте. Ой, грузик нашел чей-то билет. Интересно. Печенье. Спасибо. И молока, пожалуйста. Машинки греются в кафе аэропорта. Угощайтесь. Хороший аэропорт получился. Теплый. Красный самолет, разрешаю посадку. Внимание! Всем пассажирам пройти на посадку. Кажется, роботы не спешат на самолет. Роботы, вам пора. Билет, пожалуйста. Чтобы пройти в самолет, каждый пассажир должен показать свой билет. А синий робот не может его найти. Билет. Это, кажется, твой. Ура! Билет нашелся. Проходите. Роботы с багажом поднимаются по трапу. Ой! Ха.
На этот раз успели. Ух, кажется, улетели. Ха, и почти ничего не забыли. Кому печенье?